Мы продолжаем для вас серию видеообзоров из проекта «Эти строки война написала». И сегодня хочу я рассказать вам о книге «Облачный полк» Эдуарда Веркина. Эта книга была написана в 2011 году. Сам автор Эдуард Николаевич Веркин, наверняка вы слышали о нем или читали его книги, современный российский писатель, фантаст. Также он пишет под псевдонимом Макс Острогин. Эдуард Веркин был удостоен таких премий, как «Книгу.ру», «Заветная мечта», «Новые горизонты», премия имени Бажова. Вообще сейчас, в наши дни, писать о войне, мне кажется, очень сложно. А писать о войне для подростков сложно вдвойне. Но, несмотря на это, именно молодежь отдала этой книге первое место в номинации «Художественная литература» международного конкурса для молодежи и подростков «Книгу.ру». Также эта книга была удостоена премии имени Бажова. Это книга о войне глазами подростков, воевавших в партизанском отряде. Эдуард Веркин рассказывает нам историю молодого партизана Саныча. Прототипом этого героя является реальный тимуровец, пионер-герой Леня Голиков, который воевал во время Великой Отечественной войны. Ему было всего лишь 16 лет. Он был разведчиком в партизанском отряде. Нередко он проникал в фашистские гарнизоны, чтобы добыть информацию. Мужественно погиб в 43-м году в бою. Второй герой – это молодой человек, которого зовут Дима. Этот молодой человек контуженный. Он потерял и семью, и жилье. Он абсолютно городской житель и не приспособлен к жизни в лесу. И когда этому Диме уже много-много лет, и война давно позади, его внук спрашивает: «Дедушка, а на что же похожа война, по ощущениям?» И он пытается ответить так, чтобы было понятно. «Ты больной, с распухшей головой, бредешь по снегу через вечный понедельник, и при этом понимаешь, что вторника может и не случиться». Мне кажется, книга будет интересна и взрослым, и молодежи. Каждый найдет в ней о чем задуматься. «Облачный полк» – современная книга о войне, о ее героях, книга о судьбах, о том, как совершается подвиг –